Добрый день! Представляем вам лот юбки Швейцария сорт экстра. Юбочки очень хорошие, разнообразные. Итак, вот такая красивая красная юбочка 44 размера. Длина где-то может быть чуть ниже колена. Так, юбочка на резине. Нет, здесь не резиночка, здесь жестко так фиксируется. 44 размер. Тоже, я думаю, где-то чуть ниже колена будет. Так, вот здесь вот L, здесь на резиночке, это трикотажная юбочка, до колена, либо чуть-чуть повыше. Так, здесь у нас Дженнифер, размер S, вот такая юбочка, примерно до колена, либо чуть выше. Так, здесь у нас 36 европейский, очень красивый принт здесь, прямо выглядит красиво юбочка, чуть, ну, до колена, чуть ниже колена. 38 размер здесь под кожу, внутри такой бархатистая она, чуть-чуть подрастягивается, 38 размер. Так, здесь у нас юбочка, 42 размер, прямо такая, знаете, ну вот красивая юбочка, ничего не скажешь. Ну, чуть выше колена. Так, юбка размер S, с кармашками, с глубокими, с хорошими, плотная ткань, тоже чуть выше коленочки будет. Здесь у нас размер, я думаю, что это 48, возможно, даже 50 с кармашками, судя по ширине. Но L однозначно, чуть выше колена, такая тепленькая юбочка. Здесь от H&M 38 размер, тоже чуть выше колена будет, либо до колена. Так, здесь 42 размер, чуть-чуть тянется она, ну, посмотрите, какая красивая, здесь еще плюсом асимметрия сделана, очень яркая. Так, юбка классика, карандаш, европейский 38, это манго. Ткань очень красивая, дорогая ткань, прямо такая, знаете, как подблескивает даже. Атлас переливается. Зебра, размер L, такая коротенькая здесь юбочка. Здесь юбка у нас, размер, я думаю, что это M. Да, хорошо тянется, тоже до колена. С кармашками, ох, какие глубокие кармашки здесь. Так, здесь у нас размер Uniqlo, это, ну, я думаю, что это S либо M, до колена, либо чуть ниже, возможно, даже ниже. Так, здесь S размер у нас, выше колена, под кожу, это плиссировка, но ее нужно немножечко отпарить, и будет все в порядке. Так, здесь у нас юбка размер 38 европейский, вот здесь вот такой вот пояс лавандовый, прямо утепленная немножечко. Так, это юбка размер S, сзади резинка такая хорошая, это короткая мини-юбка, она прямо многослойная. Первый слой такой ворсистый, здесь кружева и внутри даже шортики, это юбка-шорты, вот с таким богатым поясом. Юбочка у нас 38 размера, вот такая тоже до колена, достаточно плотная ткань. Здесь юбочка тоже до колена, такая более классики. Я думаю, что это эмочка размер. Легкая здесь ткань. Здесь чуть утепленная ткань, но очень тонкая. Made in Italy написано. Здесь я тоже думаю, что это ML. Ну, примерно чуть-чуть повыше колена, возможно. Вы видите, как дорогая шерсть, прямо такая тонкая. Здесь у нас 40 размер, юбка классика, юбка карандаш. Легкая, чуть ниже колена будет, то есть юбки на любой вкус также. L размер вот этой юбочки, она достаточно коротенькая. То есть и классика, Джессика здесь юбочка, размер L, скорее всего, где-то до колена. И классика, и вечерние юбочки. Так, здесь 40 размер, вот такая плиссировка, чуть выше колена. Здесь у нас размер 36-й. С кармашками также, эта юбка чуть ниже колена будет. Так, здесь у нас трикотаж очень плотный, Made in Italy также написано. Размер, я тоже думаю, что это где-то M, внизу тянется, вверху уже не тянется. Чуть-чуть пониже колена, прямо классика. А Джессика здесь у нас размер S, я думаю, с пайеточками. Так, вот это вот у нас юбка шорты, тоже думаю размер S. Вот здесь вот, вот он запах, а внутри шортики. Тоже очень оригинально смотрится. Здесь вот пояс, конечно же, шикарный пояс. Здесь размер у нас, я думаю, что это тоже S. Здесь карманчики есть, да, не очень глубокие, но где-то длина чуть ниже колена. Так, юбочка размер M. Здесь вот такие накладные карманы. Она чуть выше колена будет. Так, здесь юбка у нас L размер. Вот такая она с пайетками. Прямо гусиная лапка здесь узор. Сзади трикотаж.
Юбка H&M 36 размер, чуть утепленная, где-то до колена, либо выше. А бежка, здесь 24 размер, вот такая юбочка без карманов. Здесь юбка у нас размер L, я думаю, скорее всего, да, L. Такая чуть потеплее она. Тоненькая юбочка, размер 42 европейский, это трикотаж, здесь комбинированный трикотаж. Юбка, шорты здесь у нас тоже, думаю, размер. Ну, здесь, скорее всего, М размер. Такие шорты, вот такие большие, они широкие, то есть не будет видно. Сзади накладные кармашки, плотный материал. Здесь у нас юбочка размер М, ОВС, это трикотаж, где-то тоже до колена. Вот здесь юбка очень интересная, здесь Zara размер XS здесь. Внизу она на резиночке, вот такая вот юбочка. То есть как будто бы все перепутано, но тем не менее. Так, юбка здесь у нас сзади на резиночке. Я думаю, что это размер S. Такая плотная ткань. Посмотрите, какая она красивая, яркая. Так, здесь у нас юбка размер S под кожу, комбинирована с трикотажем. Вот такая красивая манго, 36 размер. Прямо, ну, красивая. Вот здесь под кожу, а здесь все-таки вот как бы... ткань такой, вот вечерний прямо S размер, посмотрите, какая красота. Здесь будет ниже колена, конечно, за счет кружев. Здесь у нас бинитон, размер, я думаю, ML, с кармашками, такая классическая юбочка до колена. Европейский 38, это H&M, посмотрите, прямо, ну, вот такая модная юбка, тоже где-то до колена. H&M 36 размер, такой брутальный пояс здесь, причем он очень подходит к этой юбке. Плотный здесь материал. H&M размер S тоже очень плотный материал, который прямо будет держать форму. Хороший такой, знаете, ну тем, кому нравится, конечно же. Divide 34 размер, это прям вот какая-то девчачья такая юбочка, подростковая. Здесь у нас Sisley, фирмы хорошие причем. Здесь размер SM, я думаю, такая простая юбка, классика, офисная, скажем так, 40-й размер, здесь чуть потеплее ткань на подкладе, тоже чуть ниже колена, прям богатый пояс, New Collection. Здесь у нас размер S, тоже где-то на колено, вот это чуть повыше колена, Zara, Made in Spain, Испания даже, 26-й размер, чуть-чуть потеплее юбочка, трикотаж размер S. Здесь тоже трикотаж, тоже S-размер на резинке. Так, юбочка тоже у нас на резиночке. Zara, S-размер здесь. Тоже трикотаж такой интересный, как меланжевый такой. Бежка, размер 28. Посмотрите, фирмы какие. Фирмы хорошие, все известные. Так, здесь у нас размер, я думаю, M. Тоже с плиссировкой, с широкой. Здесь у нас юбочка размер MS, я думаю, вот такие розы, это где-то до колена, либо чуть выше. Так, здесь у нас размер L даже, вот такая юбочка, это классическая, чуть зауженная к низу, это трикотаж. Так, здесь юбочка тоже у нас классика, прямо, ну, чистая классика. А размер здесь 42 размер с кармашками, вот такая офисная юбочка, вот, замялась чуть-чуть. Вот такая под кожу юбка, 28 размер, эмочка, тянется хорошо. Это еще не все. Лот достаточно большой, очень интересный. Причем цвета такие, знаете, спокойные, нет кричащих много цветов. H&M 36 размер, здесь чуть выше колена. Вот больше все-таки классики здесь. А 30 размер, да, вот у этой юбки, эта юбка тоже, эта юбка карандаш. Ее можно носить как под пояс, так и без пояса. Пояс здесь, кстати, может быть абсолютно разный. Так, здесь у нас XL, я даже думаю, хорошие карманы. Длина до колена, плотный весь материал. Вот такие вот цветы амисо. Здесь 38 размер. Я думаю, это до колена будет юбка. Страдивариус 36 размер. Так, вот. Нет, не просвечивают колечки здесь. Очень интересная юбка до колена. Так, еще одна классика. А здесь даже 96% шерсти и 4 лайки. Посмотрите, какая юбка. Она такая, вот видите, она тонкая. 44 размер, но тем не менее она будет теплая, прям шикарно. Вот всегда дорогая шерсть, она очень тонкая. 38 европейский, еще одна классика. Вот, посмотрите, какая красота. Ну, прямо красота.
богатый такой узор здесь. Я думаю, что это эмочка, М или С. Ну, ближе к М, широкий пояс. Тоже держит форму. Ну, очень красивый такой принт здесь. Прямо она очень плотная. Еще одна классика, только уже шелковистая, Made in Italy, написано 42 размер. Вот такая вот классическая юбочка офисная. Так, юбка здесь у нас размер М, ниже колена она будет, юбочка. Здесь размер 24 написано, да, на широкой, на хорошей резинке, плотная очень ткань здесь. Это, наверное, даже шорты, простите, я не рассмотрела. Да, это юбка-шорты, простите, пожалуйста, даже не увидела. Юбка-шорты, размер эмочка, плотная очень ткань. Так, классика пошла, 38 размер, прямо синий такой глубокий цвет. Так, здесь у нас трикотаж, это эсочка до колена. Так, здесь плотная, 36 размер, здесь, мне кажется, тоже шерсть входит в состав. Так, здесь у нас, я думаю, что это эс. До колена, чуть может даже выше, H&M, размер S, вот такой тоже трикотаж это. Так, здесь у нас комбинация идет XS, внизу идет трикотаж, сверху под кожу. Так, вот такая вот юбочка, тоже девчачья, M размер, посмотрите, может кому-то даже в школу вот такие цвета могут пригодиться. Вот такая тепленькая эмочка, широкий пояс, здесь, знаете, такой прямо no stress называется, никаких швов. Причем она такая тепленькая, но выше колена. А здесь размер элечка, я думаю. Да, нет, кармашков нет, такой очень интересный принт. Юбка размер S, полусолнце, на резиночке. Здесь у нас юбочка под кожу, телевая, 38 размер, тоже до колена. Здесь у нас, я думаю, да, это эска, Zara Basic, тоже до колена, вельветовая юбочка, 38 размер, прямо хороший такой вельвет. Юбка трикотажная, здесь H&M, размер эмочка, здесь до колена, возможно, чуть-чуть пониже будет. S размер классика, только уже не черная, не серая, а вот такая вот бежевая классика, песочного цвета. Дивайди 38, приятный материал, такой плюшевый, ну, симпатично выглядит. Вот такая юбка. Вот такая интересная юбка, размер здесь S, она мини. Ну, вот, кто-то любит, кому-то зайдет. Так, H&M 36 европейский, комбинированная юбка. Здесь у нас L размер, юбка на подкладе, тоже плотный материал здесь. Вот такая вот на любителя. Здесь у нас L, однозначно L, чуть выше колена будет. Плотный трикотаж, здесь размер M, тоже вот тянется, тоже чуть-чуть выше колена. Вот такая интересная юбка. Здесь от H&M, я думаю, размер M это, тоже чуть выше колена. Ну и чистый офис пошел, 42. Вот такой даже разрезик здесь есть. Это до щиколотки, мне кажется, тоже тонкая ткань. Утепленная чуть-чуть, 36 размер, вот такая прямо хорошенькая, плотненькая, зимняя юбочка. А здесь у нас S размер, это трикотаж до колена. Здесь у нас M, накладные карманы, цвет очень интересный, горчичный, до кармана. Ой, до колена, простите. Вот такие кармашки сверху сделаны. 42 размер, это новая юбочка прямо, тоже где-то до колена. Вот такая красивая юбка. Да, здесь карманы не распороты, это новая юбочка. Вот такая красивая юбка. Это манго, размер 42 европейский. Ну, красиво смотрится. Прямо хорошая юбка. Так, здесь у нас юбка размер M, L даже, скорее всего. Тоже как будто бы в составе шерсть. Плотный материал эмочка здесь. А нет, карманов нет. Тоже интересный принт здесь. Так, юбка у нас сделана под кожу. Здесь размер S до колена. Вот такая бирюзовая красота от H&M 38 размера. Плотный такой материал здесь. Юбка тоже на школьную похожа. Здесь у нас 42 размер. Да, 42 размер. Вот такая вот до колена, она не выше. И юбочка Orsay 34 размер. Тоже где-то в районе до колена. Все подробности об этом лоте можно посмотреть под видео. Спасибо.